тестируем фонарики. Ближний свет? Ну, такое. Ближний с дальним. Дальний. Белый теперь. Ближний. Ближний с дальним. Дальний. Так. О, пушка. Огонь. Вот это китаец. Красненький. Не помню марку. Китаец с плавной регулировкой. Оп. Ну, норм, ну, нормально. Неплохо. Ага. Так, теперь маленький желтенький фонарик. Сука. Маленький. Да, маленький, да удаленький. Светит далеко. Ну, он, наверное, быстро высоко. А, нет, там несколько, да, батареек? Там несколько батареек. Так. Мощный китайский. Реально мощный. Вообще. Пушка. Так. Сравним с Фирелли. Вырубай сразу дальний. Все. Ну, в принципе, сопоставимо. Единственное, что здесь угол больше, мне кажется, у этих фонарей. Да, угол обзора больше. Вот. Не без, обзор, а освещение. Без боковой подсветки. В принципе, сопоставимо вот с этим. Но этот ярче. Как ни странно, да? Да. Так, лес. Давай лес посветим. Так, лес. Желтый китайский. Это Фирелли у нас. Ну да, вот сравним. Оп. Ну, в принципе, на одном уровне. Да, да, сопоставимо. Достойные фонари. Надо посмотреть, что будет показывать под водой. Окей. Подключаю.
месте, да, сейчас. Присутствую при этом историческом моменте. Это вам не Китай? Алиэкспресс, да, Алиэкспресс. Это Китай. Это китайский Китай. Китай. Задорого. Так. Ну. Хочешь так. Хочешь так. Хочу. Так. Интуитивно понятный интерфейс. Охуительная штука.
Подожди, внутри поснимать. Батареечки встают, прям как будто тут всю жизнь стояли. Сюда плюс, сюда минус. Такой модный фонарик дуракам в руки не дают. Дуракам на него денег не хватит. Вау! Это только начало. И все. А нет, вот.